Клубный футбол ушел на весьма длительную паузу. «Зенит» в двух последних играх перед перерывом не смог победить. Более того, петербуржцы не смогли даже забить. Что это, кризис? Голкипер «Зенита» Юрий Ладыгин после игры с «Монако» рассказал, что это всего лишь психологическая усталость. Ну, может, это усталость. Не, какой кризис? Об этом даже и речь не, я думаю, это чисто, так сказать, усталость, может, психологически еще. Но у нас есть сейчас время, и мы, я думаю... А наставник петербуржцев Андре Вилош-Боаш после нулевой ничьи с «Монако» заявил, что проблем со свежестью у его команды нет. Но при этом пауза будет все-таки кстати. Конечно, важно, что команда получит небольшой отдых, в том числе те, кто поедет в национальные сборные. Но не думаю, что у нас есть проблемы со свежестью. У нас было 3 дня перед матчем, в течение которых мы восстанавливались. Согласен, сегодня мы допустили технические ошибки, которые допускали и в игре со «Спартаком». К тому же, вполне возможно, мы не совсем с тем настроем вышли на первый тайм. И это в итоге сказалось на нашей уверенности. Но проблем с физикой точно нет. Вспомните, мы заканчивали игру в нападении на хорошей скорости. Ну а по мнению нашего эксперта, проблемы, которые настигли «Зенит» в двух последних матчах, связаны с уровнем мастерства некоторых игроков сине-бело-голубых. Не все игроки готовы все-таки в Лиге чемпионов побеждать. Не все еще готовы в силу своего отсутствия уровня какого-то мастерства. Справедливости ради отметим, что петербуржцы провели впечатляющую серию, сыграв в новом сезоне 16 матчей. В 13 победу праздновал «Зенит». 2 команда сыграла в ничью и лишь 1 проиграла. Далее команду ждут еще более серьезные испытания. Вот тогда-то и можно будет ставить оценки Андре Вилош-Боашу.